Владимировна Сергеева работает медсестрой акушерского отделения Химкинского роддома уже 52 года. Поздравить ее с Днем медицинской сестры пришли лидеры движения общественной поддержки социально значимых инициатив. Елена Андреева захотела лично поблагодарить медика, который помог ей появиться на свет. Встреча с человеком, который помог мне родиться. К сожалению, моя мама на ковидом болела, она еще достаточно слабая для того, чтобы прийти со мной, но мы поговорили по телефону, и она тоже поблагодарила. За время своей работы Нина Владимировна помогла родиться 10 тысячам химчан. Химкинский роддом считается одним из лучших в Подмосковье. Здесь созданы оптимальные условия для пребывания мам и малышей. Например, всем роженицам выдают специальный кейс, который содержит все необходимые вещи для ухода за ребенком в первое время. Это подарочный набор, состоящий более чем из 40 вещей. Они продуманы педантично очень. Там на первые 2 месяца полностью все, что нужно маме для ухода за малышом. Если родителям не нужен подарочный набор, они могут получить денежную компенсацию. Также в Химкинском родильном доме можно сразу зарегистрировать малыша. Для этого даже не надо выходить из палаты. Работники ЗАГСа сами придут к родителям и оформят все документы. По итогам 2020 года из 50 городов Химки стал первым по качеству жизни. В рамках движения общественной поддержки химчане выдвигают инициативы, направленные на создание условий для семей с детьми. По этим инициативам уже открыты новые направления в медицинских учреждениях, школах искусств и домах культуры. Обустраиваются городские пространства. А Химкинский роддом совершенствует условия пребывания для мам и малышей.